Поздравляем с победой. За счет чего сегодня удалось победить? Ну, за счет командного духа, то, что все друг за друга играли, слушали установку тренера. Ну, правда, первый день играли, первый раз играли все вместе таким составом. Мы у нас пока не сыграны, что-то где-то не получалось, но молодцы, то, что все сражались друг за друга, помогали друг другу. Мне кажется, за счет настырности все выиграли, за счет этого единоборства выигрывали. Поэтому за счет этого. Удалось ли полностью установку тренера на матч выполнить? Я думаю, 50 на 50, где-то вот что-то мы выпадали в конце, я думаю, потому что в физической кондиции мы еще не готовы. Я думаю, в дальнейшем мы будем на 100% выполнять установку. Тур, ты сегодня был активен как впереди, так и сзади. Какую оценку себе поставишь за сегодняшний матч? Четверку, я думаю, четверку, потому что все-таки мы гол пропустили. Если бы на ноль сыграли, то можно было бы еще пятерочку. Спасибо, с победой. Спасибо большое.